Само слово «Пасха» означает «переход», «стремительное избавление». Этим словом когда-то иудеи назвали свой праздник освобождения от египетского рабства. Христианская Пасха – это такое же стремительное освобождение всего человечества от рабства, смерти и греху. Смысл и событийное настроение Пасхи лучше всех передал святитель Иоанн Златоуст. «Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. Воскрес Христос, и жизнь пребывает. Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе. Огорчился ад, ибо упразднен. Взял тело, а прикоснулся Бога. Принял землю, а нашел в нем небо. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен. Если Пасха – центр жизни верующего, то пасхальная радость – естественное состояние духа. Об этом особо говорили отцы церкви, наши святые и праведники. Преподобный Серафим Саровский – каждого приходившего к нему приветствовал словами «Радость моя! Христос воскресе!». Святого праведного Иоанна Кронштадтского называли в народе «пасхальным батюшкой». Еще один пасхальный урок для верующих – сохранить в сердце и нести всем окружающим эту радость, это ликование, эту любовь и весть о победе жизни над смертью.